Про эту серию игр уже все давно сказали. Говорить, насколько она легендарная и охуенная, просто бесполезно. Некоторые части из этой серии были просто пушкой. Underground, Carbon, Most Wanted, копы, тачки, девочки и так далее. А что же насчет NFS 2015? Давайте ее разберем и посмотрим, что оно вообще представляет из себя. NFS 15 в 2021 году. Что же вышло после этой части? Payback. Полная хуета с пародией на Forza с лутбоксами. Хит. Игруха на приколе, которая вышла очень средней. Никаких эмоций она не вызывает, ни радость, ни грусть, нихуя. Обычная игра с огромным тюнингом. Под пивко сойдет. О, а что же насчет 15-й NFS? Ну шо, полетели. Сюжетик, самый сука простецкий. Мы играем за типичного стрит-сракера. Спиздив дошек с пятерочки, он угоняет от ментов и случайным образом встречает своего нового кента по имени Спайк. Спайк доводит нашего героя до трейлера с забитыми синеносыми колдырями, угощает нас пивком и знакомит со своими корешами. Это небольшая команда, мечтающая иметь огромное влияние в этом блядском селе. Численность населения равно 5, но каждый уникальный по-своему, хочу заметить. Как же люблю BTS. Вот они, слева направо. Шизанутая феминистка AK Mechanic Amy, любящая погонять один на один со временем, лютый тип Ману, который выращивает ручейки у себя на балде. Любитель подрифтить, а с такими же, как он. Робин, простая девушка, ярая любительница погонять толпой. Трэвис, пожилой дядька, поклонник категории BDSM, поэтому предпочитает ездить без номеров и гоняет только с полицией. А Спайк любитель Brawl Stars'а и предпочитает классические гонки без каких-либо подкатегорий. В общем, команда, которая спасет мир и заменит, блять, Marvel. Как и говорил ранее, сюжет очень прост. Весь этот шалман пытается заявить о себе и получить плюс реп в комментах под профилями от знаменитых личностей, таких как Шиммер на блоке и японского азиата. Катсцены, кстати, сделаны достаточно на хорошем уровне, даже иногда можно разглядеть свою бричку в них. Но таких катсцен очень мало, ибо ей пидорасы обещали, что их будет дохуя, но ни хера подобного. Местами игра актеров оставляет желать лучшего, но, несмотря на это, все выглядит достаточно хайпово. Визуал в игре просто огонь. Игре уже 6-й год пошел, а атмосфера уличных гонок дристеров передана просто... заебись. Легкий моросящий дождик, неоновые вывески, даже рассвет иногда поймать можно. Не, на самом деле, ГОСТам очень классно удалось передать эту атмосферу уличных гонок, вот прям, блять, мое почтение, вот. Вот сука, вот лайк нахуй. Единственное, заебывает только ебучий туман и небольшая рек. А так, погонять лысого по дорогам ночного города, смотря на свой заколхоженный тазик, одно удовольствие. Перейдем к теме копов. Ох, блять, ребята, копы есть, а мозгов у них, к сожалению, нет. Все доходит до такой степени, что можно замкнуть букву W карандашом, и есть шанс, что вы оторветесь от них. В общем, ебанина полная. Я даже говорить ничего не буду. Кастомизация. Уху, ребята, застрянете, блять, надолго. Учитывая то, что Last Race она была в NFS Shift 2, то это просто сказка. Можно заебурить готовый классненький обвесик по типу Rocket Bunny, Liberty Walk, а можно и наварить что-нибудь самому. Но многие детали могут быть несовместимы друг с другом, поэтому, ребята, будьте поаккуратнее и уступайте место более выебистым деталям. Имеется возможность настраивать подвесочку, можно настроить развальчик, дорожный просвет, светик, вылет. Даже можно подшаманить свою охуенную бричку под себя. Тонко, тонко подшаманить. Например, выкрутить все в дрифт или в зацеп. В общем, балдей не хочу. Учитывая всю эту хуету, сказанную выше, можно отметить, что игруха-то
ничего, но, блядь, назвать ее Шиком вообще язык не поворачивается. Ибо Шизика здесь, ух, блядь, просто до связи. Если выкрутить все в гриб, машина ведет как ваша бывшая, блядь, не поворачивает. Есть второй вариант, вы выкручиваете все в дрифт, и у вас поставятся колеса шириной протектора, как у велика, и вас будет шароебить со стороны в сторону. Ух, блядь, и злоебучий баг с улетанием в никуда на высокой скорости, сука, как же обожаю. Когда на старом компе у меня был ушатанный в хлам HDD, я просто сгорал дотла. Фиксилась вся эта тема установкой в комп нового суперёбнутого SSD. Нормально? Нормально. Все это, конечно, портит картину игрухи, но в общем и целом ее можно было бы назвать лютым бодрячком. Как и NFS Hit, там бла-бла-бла, и закончить на этом ролик. Но у многих сейчас встал вопрос. Ема, Санек, а в чем-то прикол игры, если она не такая охуенная? А, ребята, я вам отвечу, вся приколюха игры появляется только тогда, когда устанавливается недавно вышедший мод на NFS 2015 года под названием Unite. Это просто охуенно. Ебать, звучит как реклама, но нихуя. Эта шняга позволяет пофиксить в этой игре все, что перечислено сверху. Кроме ебала манула, конечно. Разрывная! Список изменений достаточно огромный, но самое охуенное я сейчас вам оповествую. Первое. Убран туман и злоебучий фильтр. Обновлены текстурки. Заебись. Второе. Кастомизация. Она стала абсолютно свободная, ставь что хочешь и с чем хочешь. Можно даже бампера на разборку закинуть, без базара вообще. Третье, сняты ограничения по настройкам подвески. Можно теперь делать лютую стенсуху. Охуенно, охуенно. Изменены звуки авто. Вот чего, вот блять, вот сука, послушайте, вот чего стоит только ГТР или Корвет? Ребята, это кайф. Я, блядь, только ради этого и заходил бы сюда. И пятое. Копы. Помните тех отмороженных долбоебов NFS Most Wanted? Так вот, они теперь в 3D графене и на массе. Хуй теперь на изичах скроешься от них. Хуй там. Форт Виктория будет ебурить не хлеще 1200 сильного ГТР. И хуй, чё вы, блядь, сделаете. В общем, ребята, что я хотел этим сказать. Если взять игру NFS 2015 года, то это бодрый средичок, получивший пизды на метакритике. А NFS 15 с модом Unite — это уже совсем другая история. Если вас заебало Марио по типу Underground и Most Wanted, и у вас течет в венах Вин Дизель вместо крови, то просто берите и устанавливайте эту имбу. В совокупности с Unite вы получаете вполне сносную игру для теплых летних вечерков. Ну а если у вас есть друзья, пиздуйте на шашлыки, ибо лето, блять, на дворе, заебете в компах лазить. Вот и все. Что я хотел на этом сказать. Обязательно, ребята, подписываемся, оформляем лукасики, комментарии, значит, колокольчики. Ну я все, ничего нам не забыл. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Александр был на бите, я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения, никогда не унывайте. Всем удачи и всем пока. Проводил как день рождения, чейнул новых оборотов.